Три роки митарств. Мешканці Донбасу, рятуючись від війни, покидали свої оселі. Тим, кого приймали родичі чи друзі, дуже пощастило. Хтось на той час мав кошти самостійно винаймати житло або придбати. Але більшість їхали навмання. Чи допомагає держава у поневіряннях людей? І чи реально переселенцям мати власне житло? Про це будемо говорити прямо зараз. Ви дивитесь програму «Що происходит?» Студії Денис Зепсин. Я вас вітаю. Тож сьогодні в ефірі програми «Що происходить» будемо говорити про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції та про життя переселенців. Про це будемо говорити з Костянтином Мільченко, офіцер Збройних сил України та громадський діяч, гість нашої студії. Вітаю вас. І нагадаю глядачам, що ви маєте можливість приєднатися до нашої розмови, ви маєте можливість висловити свою думку з приводу того, що тут говориться в студії, ну і, звичайно, поставити власне запитання. Для цього є телефон прямого ефіру 044-536-9379, він вже починає працювати, тож телефонуйте. Для початку, Костянтин, невеличке бліц-опитування, ми хочемо вас ширше представити глядачам. От як ви вважаєте, у нас є в Україні свобода слова? У нас... Есть, безусловно, свобода слова, но свобода слова – ничто, если она не имеет якорь к законодательству. Почему вас, журналистов, называют властью? Это всегда так было и в развитых странах так. То есть любое публичное заявление, любое журналистское расследование сразу же автоматически прокуратурой по этому заявлению возбуждалось. Привертаю увагу. Да. Давайте про інші у нас є запитання. Чи давали хабаря ви колись держслужбовцям? Нет, не давал. Вот. Ну, видите ли, может быть, у меня внешний вид такой, как бы меня никто не просил. Угу. Вот, и как вы считаете, Савченко – это кремлевский агент? Я считаю, вот тот деструктив, который она вносит, и все ее действия, они, вот, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, они говорят о том, что вот она работает шаблонами агентуры. Поэтому, скорее всего, от так. Про кремлівську агентуру будемо говорити на початку нашої програми. Нагадаю глядачам, що 3 квітня, близько 15-ї дня, в Санкт-Петербурзі стався теракт в Санкт-Петербурзькому метро. На даний час загинуло 11 людей, відомо, ще 51 поранений. Давайте подивимось відео з місця події, а потім прокоментуємо в ефірі, будь ласка. Ты где? Это типа техноложка горит. Писать невозможно, реально. Восстание уже перекрыто. Восстание перекрыто, перекрывают техноложку. Повертаємося у студію. Жахлива подія, безумовно. А ваша думка з приводу цих вибухів і цих терактів? От багато в Україні вже коментують їх, деякі вважають, що це сам Кремль влаштував. Ваша точка зору? Видели,
Вот то, что я скажу, это базируется на знаниях. Террористические организации, они разделяются на две категории. Это те, которые служат идеям, идеалам, и те, которые искусственно, штучно создаются провластными структурами для достижения политических целей. И чтобы как бы долго не дискутировать на эту тему, можно просто смотреть на результаты. Если идейные, скажем так, заточены на идеологию террористические организации, они работают прежде всего с политиками, с послами, захватывают посольства и так далее. Провластные работают чаще всего для поднятия температуры настроения населения, для запугивания и, соответственно, такие фейковые действия на как бы погашение вот этой напряженности. Эти структуры работают всегда с мирным населением. І в Росії це продовжується з 90-х років. Добре, тоді навіщо зараз Путіну, на вашу думку, було градус підвищувати? Ну, во-первых, Росія повністю... Видите ли, то, що відбувається у нас в Україні, війна з Росією, вже багато росіяни починають прозрівати, що тут далеко не гражданська війна. Что мы совсем не братья и даже не сестры с Россией уже. Uh-huh. Вот. И там уже начинаются, вот, собственно, какие-то уже домыслы и проявления вольности. Плюс ко всему экономическая ситуация, безусловно, на это влияет. И, естественно, политическая составляющая, то есть, ну, выборы президента, они, безусловно, должны произойти. Вот, и, безусловно, произойти так, как считает вот, реально сегодняшний Кремль, с учетом интересов. Для этого нужно, запугать, для этого нужно создать проблему искусственно, штучно и успешно ее решить. Вот так было в Беслане, так были вот все вот эти моменты для того, чтобы получить свою порцию аплодисментов. Да, работают спецслужбы, да, работает правительство. Знайдут виного, покарают его. Конечно, да, да. Вот, собственно, и все. И Путин будет снова таки, как переможет? Знаешь, винного у терактах, так посадили. Это технология, построенная на крови. Угу. Щодо України, чи варто таких маніпуляцій нам боятися з боку ФСБ в нашій державі? Ми, скоріше всього, умремо від собственної безтолковості. Угу. Понимаете? Здесь не нужно особо работать спецслужбам. Здесь, если бы, я так думаю, ставила такая держава, вот такая, которая заматерела на вот этих всех спецоперациях, реально разломать Украину две недели. Просто бы тут выбегали с этой Украины правители с мешками, бежали просто, а народ бы не знал бы, что делать. Вопрос в другом, кому нужна вот такая развалившаяся Украина? То есть мы видим, что Абхазии там ума не дадут, в Донбассе там оккупированном то же самое. То есть России не потребна такая Украина, конечно, как разваливается? Да, да. Представьте, вот тут 40, сколько, кстати, никто не знает, какое население у нас в Украине, но вот эти десятки миллионов, вот, они останутся просто как бы безмятежны в своей агрессии. Тоді що, России просто потребна Украина, яка буде с ними в одному напрямку, так, я розумію? Яка буде підтримувати так званий русский мир? Здесь идут глобальные такие процессы, и Украина здесь является инструментом шантажа мирового сообщества. Вот, в Сирии там не получается, вот, продолжается это в Украине. Я где-то записал о том, что провал России в Сирии, он неизменно усилит в разы вот, конфронтацию и агрессию здесь у нас вот, в зоне войны и в плане вот, отношений. Вот, это так и происходит. И сегодня мы, вот, знаете, мы не субъект там, отношений международных, мы, скорее всего, инструмент. Вот, и цей инструмент Росія використовує для стосунків з ким? Зокрема, з Європейським Союзом чи більше зі Сполученими Штатами? Опять выскажу своє собственное мнение по этому поводу. Європа давно вже для Росії не є предмет для переживання. То есть там решен вопрос. И не зря Великобритания ушла из Евросоюза, валится. Вот. То есть там зерно раздора и сомнений уже брошено. Америка. Америка – это тот субъект,
мнение которого или кивок которого в сторону другого субъекта означает вот тот субъект либо труп, либо жилец. Вот цікаво, чи при такому холодному ставленні Трампа до України, чи вдасться бути от Путіну розігрувати інструмент Україну? Про це будемо говорити далі після невеличкої паузи. Це програма «Що происходит?». Приєднуйтесь. Це програма «Що происходить?». Сьогодні говоримо про ситуацію в зоні АТО та про життя переселенців. Про це говоримо з Костянтином Мільченко, офіцер Збройних сил України, громадський діяч, гість нашої студії. 044-536-9379, телефон прямого ефіру. За ним ви маєте можливість приєднатися до нашої розмови, стати її активним учасником і поставити запитання. А поки ставлю запитання, бліц-опитування, я вам, як ви вважаєте, як ви ставитесь до подвійного громадянства? Негативно чи позитивно? Я ровно к этому отношусь. Вопрос же ж проблема в головах, а не, скажем так, в громадянстві і так далі. Ну чи варто карати за подвійне громадянство в Україні? Нужно, необходимо наказувати за измену, за економічні преступления. І не важно, то есть маса стран, которые имеют двойное гражданство, люди имеют и живут себе прекрасно, чувствуют себе прекрасно. Добре, тоді коли поборемо корупцію в державі? Вот так вот. Знал бы, не приходил бы к вам. Такой вопрос задать. Ну, точно, что не в среду следующую. Шкода. И чи вы підтримуєте блокаду? Нет, я ее не підтримував и не підтримую, потому что считаю, что это такой спектакль политический, который был осуществлен в зоне боевых действий, и основная цель этого спектакля, к сожалению, не те высокие идеи, которые, на которые, кстати, откликнулся простой народ. Вот, это говорит о том, что люди хотят все-таки что-то менять. А банальный разрыв Ахметова как игрока политического, экономического, вот, то есть его убирает как и с экономической, и политической доски. Вот просто олигархи между собой сварят. Все, межклановые разборки, ничего больше. Давайте повернемось до іншого спектаклю, військового спектаклю, який відбувається, зокрема, часто на Маріупольському напрямку. От найбільш активність противник проявляє на Маріупольському напрямку. Яка зараз ситуація? Ну, скажем так, во-первых, у нас з 1 апреля перемир'я. Не перемир'я, а тишина. Да, тиша, тиша. Так. Значит, это вот такое уродливое явление, уродливый ребенок, которое породило Минское соглашение. Вот, это было в 15-м, 16-м, 17-м году. Вот. А чего у вас такое ставление негативное? Потому что вот ответ на мой вопрос, он в вашем вопросе, и где ключевое слово было спектакль. Там в окопах мы прекрасно понимаем, что это просто хитрая война. Она очень выгодна нашим правителям, она выгодна российским правителям, то есть очень выгодна, потому что здесь можно списать все на войну, объявить меня Кремлем агента, потому что я пришел в вашу студию. Вот. И дальше, это все очень просто, это манипуляция. Вот. И ну, самое страшное в чем, вот, как бы, если уберем, это огромная тема, ее нужно обсуждать, там, целую программу можно, но чем вот это злодейство опасно и неприятно для нас, тех, которые там находятся в степи, непосредственно принимая первый удар. Дело в том, что как только наступает режим тишины, это мы видели в Зайцево в 15-м году, вот, сейчас это происходит в Широкино, то есть уже появляются у нас 300-е, которые не с осколочными ранениями, а с пулевыми. Ага. Это означает то, что враг подходит на комфортную дистанцию для ведения прицельного боя. Наши ребята не могут отвечать, потому что существует приказ. Команда. Команда, да. Не поддаваться на провокации. И это подрывает мозги, это полностью уйдет. Костянтин, тоді поясніть, Украина стала инициатором ці ось першоквітневої, з 1 квітня тиші, скажімо так. Тобто це влада під кулі своїх громадян?
Ну, смотрите, здесь все уже граждане, все уже только ленивые не понимают, что Минское соглашение не работает. Но они должны создавать иллюзию рабочего инструмента. Вот если о них мы не будем с вами говорить две недели, страна забудет. И тогда возникнет вопрос, а где же инструмент? Как мы общаемся с мировым сообществом, как мы влияем и давим врага, да, то есть на уровне дипломатии, на уровне политических каких-то моментов, экономических, и нужно будет отвечать. Тобто це видимость діяльності? Конечно. Вот теперь нам есть о чем в студии говорить. Появляется раненые, появляется стрельба, мы тут рассказываем ой-ой-ой, ай-ай-ай, а не задаем и не выдаем самый основной месседж. Ну, по сути, это то, что делает Кремль с терактами. Тобто відволікають увагу від головних подій в країні. А те, що Європа так підтримує мінські домовленості, ваша думка? Тут що, знову таки російський слід? Вспомніть 14-й год, 15-й год, коли ОБСЄ проїжджає мімо російського танка, говорить, що це не російський танк, це не град, установка. Тобто, безусловно, це те, о чому ми говорили, це не проблема для Росії на сьогоднішній день. К сожалению, долар... Вот видите, парадокс. Росіяни рішають... За долар можна купити Європу. Да. Давайте, у нас є відеосюжет про те, що зараз в зоні бойових дій з 1 квітня. Передивимося, а потім прокоментуємо. Будь ласка, в ефір. Біля нас стріляли. От наші сусіди трошки воювали з ними. Так, до 12-ї години ближче так були такі чути постріли, вспишки, виходи. Ну, а так, взагалі, ця ніч була більш-менш тихою. Буває там день, два, три, і вони починають такі провокації, починають хаотичні постріли, стріляти по нас. І ми мусимо терпіти, а вже коли такі серйозні наступи бувають, там, серйозно починають нас кріпити, то ми вже мусимо давати якусь відсіч. Тільки режим тишини, вони копають. Копають, закапуються точки, що вони з хати виходять 200 метрів, в нього вже буде пулеметне гніздо. Воно позицію окопи сюди ближче вирівнюють лінію оборони до тої позиції. Кожну неділю режим тишини у нас. І стільки режим тишини, через 20 минут 120 і САУ пролітає. Війну вони не збираються закінчувати. Ну, копають, закапуються позиції не для того, щоб закінчилась війна, а для того, щоб воювати. Пойдемо тут дожимося, побу посмотримо. Ну, на севере сегодня ночью тоже было жарко. На севере в Авдеевке? Или это после? Донецкое направление. А, вот туда? Просто очень слышно было и видно. Вот до 12, вот как раз вот перед началом жарко сегодня было. От послухали бійців, у нас є питання від партнерів нашої програми, це сайт «Обозріватель». Зокрема, вони запитують, як змінилася ситуація після введення нового режиму тиші? Ну, то есть, вот это нездоровое весеннее обострение, то есть, на уровне прорывов, да, которые мы наблюдали, Господи. Ну, одним словом, по всей линии фронта. Сегодня это, что такое режим тишины? Это позиционная война. Это когда, допустим, нет режима тишины, есть попытки пройти вперед. Эти попытки есть зараз? Сейчас, вот последние дни, вот этих попыток прям штурмовать и, скажем так, вести наступательные действия нет. Но есть позиционные. Что такое позиционные? То, о чем я говорил. То есть работает их артиллерия, под прикрытием их артиллерии подходит группа, просто расстреливают наши позиции и уходят. Давайте поясним глядачам, коли наши могут відповідати. Наші в будь-якому випадку не можуть відповідати на вогонь, якщо будуть обстріли, чи все-таки вони мають? Ну, смотрите, во-первых, уже не 14-й год. Я очень горжусь тем, я не кадровый военный, как бы вот просто доброволец, да, вот, что в нашей украинской армии появилась уже целая плеяда боевых офицеров среднего звена, которые прошли бои с 14-го года и по сегодняшний день. Поэтому, как бы, вот это желание там тех командиров, чтобы вот выглядели наши бойцы, офицеры, извините мне, вот не за студийное слово, терпилами, оно уже не проходит.
То есть есть определенный момент, когда сам командир, командир ВОПа, командир РОПа принимает сам решение, когда дать. Другое дело, вот если вот он принял решение дать, а наша артиллерия не поддерживает, это очень плохо. Но и артиллеристы наши уже настолько солидарны с пехотинцами, что ну, просто я по себе знаю, что это такое. Приятний звук виходів з нашої сторони. І ваші прогнози на найближчий місяць? Слід очікувати значного загострення ситуації? Чи буде скоріше така окопна війна? Все зависит от того, как будут происходить вот эти отношения России и Америки. Если будут продвигаться они в плане позитива для России, а это значит, Россия будет иметь надежду давления со стороны Америки на Украину, ну, в плане поступления своих интересов, значит, никаких особых осложнений не будет. Если в данном случае никакой договоренности не будет, значит, будут попытки шантажа, то есть, но здесь еще есть третий момент. Мы знаем, что мы украинцы, мы как бы не в формате тех договоренностей. Украину слили еще в 2014 году, но вышли добровольцы, сказали, ребята, стоять. Извините, мы так не считаем. Ага. И то есть вот с этим фактором тоже придется считаться. Поэтому, скорее всего, будут. Обострение достаточно серьезное. Далі поговоримо про життя переселенців. Ви, як громадський діяч, також цим займаєтеся. Чи не зливають наших переселенців в державі? Про це будемо говорити після невеличкої паузи. Це програма «Що происходит?». Приєднуйтесь. В наступній частині програми поговоримо про життя переселенців. Костянтин Ільченко, офіцер Збройних сил України та громадський діяч, гість нашої студії, 044-536-9379, телефон, за яким ви маєте можливість йому поставити запитання або приєднатися до нашої розмови. Бліц-опитування, як вам, вашу думку, буде третій Майдан в Україні? Ні, його не буде. І скажу, як учасник двох Майданів, якщо він случиться, я не пойду на нього. Кого із українських політиків ви посадили б сьогодні в першу чергу? Ну, прямо 450, которые там в Верховной Раде, и плюс те, которые решают вопросы около Верховной Рады и Кабмина. Чи потрібні в Україні військові суди? Обязательно. Вообще, вот я вам скажу так, наша проблема заключается в том, что с первого вопроса, почему происходят вот эти договоренности о тишине, а потом мы плачем, хороним ребят. Все очень просто. Вот когда правители наши войну назовут войной, ведут военное положение хотя бы в Луганской, Донецкой области, отдадут все полномочия, а также всю меру ответственности за ведение войны, боевых действий военнослужащим, когда СБУ и милиция начнут выполнять свои функции на третьей, пятой линии, то есть следить за общественным порядком, заниматься контрразведкой, вот тогда у нас не будет вот этих разговоров в студии. Тогда будет понятна внутренняя политика. Давайте про внутрішню політику, про політику ставлення держави до переселенців. В Україні офіційно зареєстровано більше мільйона переселенців із зони АТО та Криму. От давайте по цифрам. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, сягає понад 1 мільйон осіб зареєстрованих, при цьому лише 1,5% з офіційно зареєстрованих переселенців отримали соціальне житло від держави, а це менше 20 тисяч людей, розміщених по всій Україні. Держава не вирішує цю проблему просто тому, що закриває очі, чи просто немає сил, грошей? Я зараз підберу слова, так толерантно я скажу. Значить, от я на самом деле давньошній общественний діятель, і я відношусь таким к радикальним, но не к націоналістам, радикально мы решаем вопросы. То шахту Ахметова захватили в 2013 году и так далее. Ну, радикальные идеи. Да. Вот. Угу. И вот до недавнего времени, где-то полгода назад, просто мы сейчас на ротации находимся, почему я занимаюсь, я по решению командования занимаюсь, потому что в нашей бригаде очень много ребят служат из Луганской и Донецкой области, вообще без перспектив. Вот. И пока есть время, вот я вот как бы то в Северодонецке, то в Киеве, вот пробиваю эти все вопросы. Так вот, если бы вы меня полгода назад спросили, задали этот вопрос, я сказал бы, что власть просто закрывает глаза, потому что она враг народа.
И надо, значит, там столбы и все прочее, да. Вот, когда я плотно вошел в эту тему, вот, я понял, что власть, собственно, особенно местная, потому что в этих вопросах решает только местная власть. Да. Вот. В большей степени у нас просто кризис управления. У нас нет управленцев, которые понимали бы, что такое программа, что такое паспорт программы, что такое формула расчета социального жилья. То есть эти вещи, которые... Кто-то працюет непрофессионал. Ну да, вот как бы, ну вот так вот у нас сложилось, да. И когда вот эти чиновники, депутаты местные, они тоже разного качества. Я проехал там всю Луганскую область с нашими ребятами, встречался с различными головами, депутатами. Ну и вот как бы нашел отклик Северодонецкий горсовет. Uh-huh. Вот. И там мы получили полностью плюсы. То есть, и опять же проблема в чем? Мы не знаем, как ты научи нас, мы готовы, мы понимаем, что это нужно. Причем это говорят депутаты оппозиционного блока, которые в местном совете, Батьковщина, БПП. То есть нормальные люди, граждане Украины, неважно в какой цвет их окрасили политики. Да? Вот. Только ты научи, как. Вот мы солдатские комитеты взяли просто бесплатно. Кстати, она стоит там $1000, если там грантодатели заказывают эту программу. Да? Мы просто бесплатно сделали программу и подарили. А вот как в Киеве. Вот смотрите, у нас была Вера Губанова, це організація «Новий Схід», я точно не пам'ятаю, да, ви знайомі. Вона казала в нашій програмі таку фразу, якщо не помиляюсь, що київська, зокрема, влада, да, намагається видавити переселенців просто з території української столиці. Ви погоджуєтеся з такою тезою? От, я думаю, многі зараз якби негативно віднесуться к моїм словам. Просто суть в следующем. Вот ответ на этот вопрос, он в первом. То есть, когда ты к власти приходишь и говоришь, ганьба, берешь кирпич, бросаешь в окно и говорит, ты такой-сякой, мы тебя на том дереве, ага, то, безусловно, мы получаем в ответ вот такую же реакцию. Сам дурак. Ага. Вот. И получается, извините меня, два дурака стоят уже 3 года и не могут понять, что нужно сделать. А нужно просто сесть за стол, напрячь мозги. Ну, тобто влада йде на такий... Идет. Так вот, смотрите, я вам... Вот сейчас вы поймете, о чем я говорю. Местная власть пошла, полностью проголосовала за программу, которую мы помогли ей подготовить, полностью взяла на себя решение вопросов по выделению земли, по оплате вот этих всех экспертных групп, которые этим занимались. Сейчас на этой неделе решается вопрос о выделении 2 миллионов на проплату непосредственно проектов, зданий. Все, и мы подошли теперь к уровню выделения средств. То есть, кто будет финансировать? Я встречаюсь с Юрием Гремчак. Первый, я не знаю, как первый он или второй, ну, одним словом, замминистра Минтот, да. Я с ним никогда не был знаком. Вот, я шел на эту встречу, где-то больше пессимистически. Костянтин, хвилина залишается просто. Так вот, деньги мы решили в министерстве. Более того, у меня была встреча с губернатором Луганской области, с Юрием Гарбузом. Там зеленый свет, они готовы участвовать в софинансировании. Более того, он мне попросил стать его советником. Вы понимаете, то есть, как подать материал? Хочу... И на следующей, нет, на этой неделе мы встречаемся с одним из замов Кличка с решением вопроса по Киеву. Дивіться, коротке запитання, от коротка відповідь. А ці квартири потім буде власністю учасників бойових дій? Это коммунальная собственность. Речь идет о переселенцах. Если после нашей победы люди решат уехать туда, эта квартира остается в коммунальной собственности. Дякую вам за всі відповіді. Костянтин Івченко, офіцер Збройних сил України та громадський діяч сьогодні був нашим гостем. В принципі, сьогодні завершимо програму на позитивній ноті, адже виходить, що якщо сідати за стіл переговорів, то можна від влади добитися всього і навіть коштів. Дякую, що слухаєте, дякую, що довіряєте. Буде обов'язково далі. Це програма «Що проїсходить». Приєднуйтесь.